В ходе проверки прокуратура региона выявила пробелы в части ухода за 2-летним мальчиком медицинским персоналом. Руководство медицинского учреждения, где находился маленький пациент в одиночестве и без какого-либо внимания, вынесли предписание об устранении нарушений. Сейчас стоит вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарному наказанию. В настоящее время ребенок находится в палате с матерью, исполнению родительских обязанностей которой также будет дана правовая оценка.